Почему мужчина может поддаваться страстям, а женщина нет? Ничего великого в мире не было достигнуто без страсти. Федерико Феллини. Бьет, значит, любит или не любит? Ученые давно вывели формулу любви. Какая же она? Увидел длинные ноги. Что это, любовь или страсть? Телеканале «Столица». Да, дорогие друзья, и сегодня тема крайне интересная. Обычно мы тут говорим на такие какие-то заумные вещи, да, умные или там недоступные для молодежи. А сегодня, друзья, сегодня тема самая, что ни на есть, молодежная. И мало того, молодежная, еще и ночная. Еще и ночная. Дорогие друзья, сегодня мы будем говорить о любви. Что же такое любовь? Ученые давно уже придумали формулу. И оказывается, там все очень просто. Но мы не хотим в это верить и всегда при слове «любовь» загадочно вздыхаем и ждем каких-то чудес. Вот Ольга собралась говорить о любви, а я собрался говорить сегодня о страсти, друзья. Так что мы говорим сегодня, постараемся разделить два этих вечных понятия. Где любовь, где страсть, где влечение, где привязанность. В общем, поговорим сегодня на тему «роковой порыв». Вот такая тема. Ура, ура! Ну что, друзья, давайте разделим. Давай, наверное, в зал. Сначала спросим в зал. Давай. Да? Друзья, как вы считаете, любовь и страсть – это одинаковые чувства или вот разные? Вот парень в желтой майке. Как тебя зовут? Меня зовут Гоша Волев, группа «Все включено». Страсть – это когда ты ключ зажигания вставляешь, вот это ты включаешь страсть. А машина поехала – это любовь. У каждого своя любовь и у каждого своя страсть. Слушай, ну как вот определить, это любовь или все-таки это страсть? Где грани-то? Я думаю, грани нету, и у каждого она субъективна. У вас своя, у меня своя. Виталий, это так, ты взяла микрофон, да? Вот как понять, где граница все-таки? На мой взгляд, страсть – это действительно больше от природы, больше инстинктивное. Это желание, вожделение, именно обладание. А любовь – это уже там что-то более духовное. Да? То есть страсть – это получается желание инстинкт, отдавать. А любовь – это разум. Нет, не разум, а сердце. Желание отдавать, желание создавать что-то, без конца человека познавать. Угу. Соответственно, страсть очень быстро кончается, ну, чаще всего быстрее, потому что ты можешь ее удовлетворить сполна. А если ты все-таки являешься актрисой и любишь свою роль, которую ты играешь, это, наверное, проявление все-таки чувства какого? Страсти или любви? Непонятно. Давай вот к Лянке давайте, с этим вопросом. Давайте, Лянка, как... Вы. Не знаю, я просто люблю свою работу. Ну вот любишь, то есть это люблю. Любовь, это не страсть к своей работе. Нет, не страсть, потому что у меня так много интересных аспектов в жизни разных. Друзья, и семья, и дети. Работа – это всего лишь часть. Я, наверное, испытываю страсть вообще к жизни. Бьет, значит, любит. Вот, да. Да, получается. Ирина, скажите, пожалуйста, если бьет, значит, любит? Ну, иногда да. Иногда очень много механизмов здесь замешано, и ревность, и страсть, и иногда недооценка мужчиной внутреннего своего «я», и он тем самым самоутверждается на женщине. Это сейчас, а я думаю... что получается, если вы своего мужа прощали после того, как он вас бил? У вас была любовь больше, значит? Вот любовь – это когда вместе, а страсть – это когда еще не вместе. И тогда это все вот приводит и к кровопролитию. То есть, когда человек бьет свою жену, это все-таки страсть. И любви там нету никакой. Он хочет с ней соединиться, а оно что-то не соединяется. Угу. То хорошо. Есть, с помощью кулаков мужчины думают, что они воссоединят эту любовь. Я не знаток в психологии, но мне кажется, что вот это все происходит из-за того, что ты любишь, а в ответ ничего не получаешь. Так там вообще про любовь и не говорится. Кулаков мужчины не думают. Да, не думают. Вообще их никто не совершенно спрашивает. Да. Мужчин никто не спрашивает. Им говорят, иди сюда, он идет. Ему говорят, бей, он бьет. Но ему не говорят, дорогой, дай мне по лицу. Да говорят. Дело в том, что кулаками люди добиваются друг от друга недостаточно сильно меня любишь, сволочь. Вот в чем главная пружина страстной любви. Вот я хочу, чтобы ты меня любил так вот, как я, так, чтоб хотелось меня побить. Угу. Вот она, пружина. Угу. Желание добиться от человека ответных чувств. Друзья и мои, как ну влюбленные неужели, друг с другом просто... спорят, я тебя люблю сильнее, а я тебя сильнее, нет, я тебя еще сильнее. И начинают драться. А как же какие-нибудь подвиги? Ну зачем же драться? Я все-таки призываю к любви, к романтике какой-то, к цветам. Ну а что это совершенно. Когда мужчина настолько любит женщину, что он ее поднимает на такой пьедестал,
И она становится для него музой, богиней, единственной, но он ее не хочет. То есть он считает, что страстные, низкие чувства к этой прекрасной богине, они как бы, ну, недостойны. То есть это как бы, он разделяет как бы секс, страсть в одну сторону, а великая жена, вот она, но каждая жена, она женщина. И каждая женщина хочет, чтобы ее мужчина, ее любимый мужчина хотел. Это, ну, это никак не разделяет. То есть, получается, женщины сами виноваты, что их бьют? Но ну, чаще это, всего, да. Ну, про это действительно. Потому что если бы это было не так, они бы ушли. Мы знаем, что в любую ситуацию есть вклад обоих. И правда, есть поведение жертвы. Мы работали про это с некоторыми клиентками, которые обращались именно вот с такими случаями, да, когда мужчина проявлял агрессию. Агрессия, она про что? Она первично идет страх. Любовь, гармония, все хорошо, да? Люди действительно просто боготворят друг друга. Но каждые выходные у него страсть. Футбол, рыбалка. И что делать? Как избавиться от этой страсти, понимаете? А любовь, люди вроде хотят жить вместе. Как избавиться от этой страсти? Я считаю, что это уже первый момент к разрыву. Вот это таких моментов не должно в семье наступать. У них тоже безумная страсть, понимаете? Как сказать? Баня в пятницу, да, естественно. А там любовь, а вот здесь вот страсть. Меня друзья зовут на рыбалку. Да вы что, о чем вы говорите? У меня футбол там по воскресеньям. Если люди друг друга любят, вместе хорошо. Куда, на рыбалку? Почему? И в баню? Вместе. Первые звоночки, значит, пропустили, если уже довели до такой ситуации. Довели. Я считаю, вы как женщина. Будет футбол. Тем более, чтобы сохранить страсть, надо, чтобы у каждого что-то было. У женщины что-то свое, у мужчины что-то свое, и в итоге соединяться в страсти. Это невозможно 24 часа в сутки быть в бешеной страсти. Нет, какие 24 часа в сутки? Они работают 5 дней в неделю, он на своей работе, она на своей. При этом есть дети. Да. А в выходные он хочет посмотреть футбол, а она хочет просто сходить им в парк погулять. Если они не виделись вообще целую неделю, я, например, по своему мужу безумно скучаю. Нет, они очень вместе все-таки. Я хочу с ним. Но это пока. Очень многие семьи рушатся из-за страсти просто. Из-за футбола, из-за рыбалки. О чем мы сейчас говорим? Из-за друзей, конечно. Из-за покера, из-за чего? Конечно. Сереж, микрофон. Возьмите, пожалуйста, микрофон. Да. Я думаю, она гибнет из-за того, что это превращается в болезненный вид. А если это нормально, никто не обращает внимания, и каждый существует, и каждый замечает и помогает, но при этом у каждого свой мир, и этот мир уважаем, а не подавляем другим, то это... Страсть, говорили про две самодостаточные вещи. На этом фоне, на паузе появится новая страсть. Он забыл, соскучился, прибежал. Есть страсть, которая разрушает или которая ни к чему не приводит. Есть страсть, которая подпитывает постоянно любовь. А в чем я вот для себя определяю. Ну, грубо говоря, пример, да? Если я в 4 утра парня говорю, слушай, ну езжай домой. Я люблю спать, как морская звезда в позе. Мне не нужен тут рядом храпящий кто-то. Мне не хочется утром бежать, что-то готовить, вставать пораньше. Не знаю. Нежно прижиматься ночью, целовать. Я считаю, это чисто страсть, вот в своем чистом виде. Мне больше ничего от него не нужно. Как то бы, есть как сам, при себя удовлетворил, до свидания? Да. Если мне хочется там прижиматься всю ночь, целовать уси-пуси, и утром я встаю в 6 утра, бегу, покупаю курочку, чтобы сделать ему курочку в духовке, там еще как-то по-французски, и там первое, второе, третье. Если я там с утра вся пою и сияю, я считаю, что эта страстная ночь была именно ночь любви. Давай сходим в кино, давай отпустим детей и займемся любовью. А он говорит, конечно, мы с тобой сходим через месяц. У меня сейчас вот один чемпионат, потом другой чемпионат. И у меня вообще друзья с пивом меня ждут, понимаете? Это разные вещи. Ладно, под аплодисменты на сцену. Одежда выходит в группу, все включено. Ура. Встречайте. Значит, очень многие люди все-таки женятся, влюбляются, да, и все у них хорошо. Причем никто не знал, какое там было воспитание до этого, как там футбол нарешал, да, как вот кто куда смотрит. Ну, тем не менее, через год у них рождается ребенок, да, она хочет, чтобы на выходных, естественно, он был рядом с ней и с ребенком. А он говорит, а я пойду с друзьями пиво попью, у меня футбол. Как быть? Если он любит свою женщину, он не сделает ей больно посредством того, чтобы она думала, что к ней пропала страсть. Доброй ночи, Сосо. Доброй ночи. Спасибо, что к нам приехали. Мы рады вас видеть. Как вы относитесь к любви и к страсти? Это одно и то же или все-таки это два разных понятия? Ну, я, допустим, любовь без страсти я не представляю. А страсть без любви? Представляю, но любовь без страсти нет. А что такое страсть без любви? Что такое страсть без любви? Страсть без любви – это просто страсть без каких-нибудь, может быть… Без обязательств. Без обязательств, совершенно верно. А как вы относитесь к тем женщинам, у которых страсть распределяется на всех мужчин?
Она обычно... всегда блестит зато. Обычно их называют б***ями, не знаю. Спасибо большое, да, за откровенность, дорогие друзья. Ну а теперь для всех женщин посвящается, наверное, песня «Только ты». От всех нас мужчин. Да, естественно. Как же так получается? Женщина рожает детей, она, я не знаю, все время делает быт, да, делает ему удобно жить вообще, готовит, опять же, стирает, гладит. Мужчина только, получается, ее оплодотворяет, прости, пожалуйста, ну, да? Ну, как бы, да, такое слово. Зарабатывает. Спасибо, что разрешил мне произнести это слово. А, получается, после там 10-15 лет она теряет форму, она становится не такой привлекательной. И это, простите, по природе происходит. Так что, это и мужик виноват, что ли? И что получается? А как же так, понимаешь? Слушай, ну... То есть он уже говорит, а, нет, я еще молодой, я буду смотреть на другую, понимаешь? Ну и так, а что ты сидела вот это борщи, а не ела? Так ты же меня просил борщи сделать. За собой. Так надо все совмещать. А как же детей рожать, понимаешь? А гормоны, простите, после родов, знаешь, какая бывает девушка? Оля, глядя на вас, я бы так не рассуждала, Оля, на вашем месте. Ну, я сейчас вообще говорю. Ленка, вы не боретесь за права? В семье, вот за свои права. Нет, у меня мои права на месте. Никто не нарушает. А кто главный в семье? А, и вообще, что за права? Что главное за права? Я не знаю, что за права. Мы с моим мужем абсолютно влюблены друг в друга. Мы очень... Мы вместе работаем, мы вместе растим ребенка. 9 месяцев прошло уже? Да, у меня сейчас... Сколько вы вместе? 5 месяцев сыну. Вот вместе мы уже 2-й год. Поздравляю вас. Да. То есть 2-й год и любовь не прошла? Нет, нет, только набирает обороты. Борис говорит, через 9 месяцев любовь проходит у мужчины. Ну, я, наверное, все правильно делаю. Когда 2 года в браке, замечательно. 5 лет, еще лучше. Лучше, да? А когда все-таки больше 10 лет, что делать? С возрастом все-таки как-то становится женщина, наверное, мудрее, умнее? Но или тяжелее мудрее, становится умнее. Удерживать мужчину? Не, абсолютно нет. Она должна быть более интересной, более изобретательной. Да уже все он знает о Ничего этой нельзя узнать всего о женщине. Такого не бывает, чтобы узнать о женщине все. Молодежные каналы. С вами мы, Алексей Тимофеев. Оля Панкова. И тема сегодняшней программы «Роковой порыв». Говорили сегодня всю ночь о любви. И о страсти. Страсти. Как сохранить, как не остыть. Ну, в общем, все. Обо всем поговорили. Если пропустили, то многое потеряли. Друзья... Зато теперь впереди целая ночь, и после этого вы можете какие-то советы воспроизвести. Воспроизвести. Ну, да. Немецкий фильм какой-нибудь. Ну, что, давайте подводить итоги. Ирина, давайте с вас начнем. Пожалуйста. Но я все равно буду стоять на том, что в любви, как и в страсти, которые взаимопроникновенны, должно присутствовать творчество. Никогда не нужно в семье стремиться к лидерству обоим членам семьи, потому что двойного лидерства не бывает. Женщина должна быть и мягкой, и нежной, и хрупкой, и сильной, разной. И, конечно, мне бы очень хотелось, чтобы люди умели эту страсть. Все равно я с Лянкой соглашусь. Страсть все равно должна гореть на протяжении многих-многих лет. Ну уж если не горит, ну поджигайте, ну что хотите делайте. Ну будьте творческими, креативными, изобретайте все, что угодно. И будьте счастливы. Любви вам огромной. Желаю всем-всем-всем. Спасибо. Вячеслав. Ну, я хочу просто пожелать всем, кто любит, своим любимым, дарите им только все самое лучшее, что есть в вас. Не пытайтесь, ну, есть мнение, что вот, ну, в семью нужно нести все, или в отношения все, что есть. Не надо все. Самое лучшее. И вы увидите, сколько хорошего есть в вас, и какой кладезь откроется в вашем любимом. Спасибо, спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Пожалуйста. Ой, дорогие друзья, вы знаете, я сейчас подумала, на самом деле, любовь, хорошо, пусть она остается любовью, но вот без страсти, знаете, наверное, бы не было столько открытий, не открывали бы мы новые планеты, не писались бы песни новые, также не рождались бы дети на нашей планете. Поэтому любите страстно друг друга. Ну все, я буду молчать. Все Алексей правильно. Тимофеев. Да. Оля Панкова, пока.